Привет, друзья! Добро пожаловать на канал! Сегодня приготовим куриные шарики в сырно-сливочном соусе. Это блюдо вкусное и нежное. Оно наверняка понравится всем членам вашей семьи, а в особенности детям, которые чаще всего плохо кушают мясо, предпочитая его в виде фрикаделек, тефтелей или шариков. Для приготовления нам потребуется 500 грамм куриного фарша. Можно взять готовый или измельчить в комбайне куриное филе. Добавляем к фаршу мелко шинкованную луковицу, одно яйцо, соль и специи по вкусу. Хорошо перемешиваем. Из приготовленной смеси формируем небольшие шарики и выкладываем их в форму для запекания. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут. Приготовим заливку. 150 грамм твердого сыра трем на терке. В отдельную миску наливаем 200 мл сливок любой жирности. Добавляем тертый сыр. Выдавливаем через пресс 2 зубчика чеснока и перемешиваем. По прошествии времени достаем форму из духовки. Покрываем заливкой, равномерно распределяя сыр, и ставим в духовку еще на 20-25 минут. Когда сыр потечет и расплавится, а сливки пропитают шарики, нежное второе блюдо можно подавать к столу. На гарнир хорошо подойдут тушеные овощи или салат. Приятного вам аппетита и до скорой встречи на канале!